Ранее, многие комментаторы, особенно из того самого ближнего зарубежья, много раз писали в своих комментариях, что купленные у Турции ударные БПЛА Байрактар ТБ-2, бесполезны, потому как стоят пылятся на складах. И вообще, зачем их было покупать за такие деньги, потому как военным украинской армии вообще запрещено открывать огонь в ответ на обстрелы на Донбассе без разрешения от высшего руководства и тем более использовать, подчеркиваем, для обороны своей страны эти БПЛА. Так вот, с назначением нового руководства нашими вооруженными силами изменился и подход к методам обороны, и бойцам вооруженных сил разрешили открывать огонь без согласования с высшим руководством. Соответствующее распоряжение на медне дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также командирам разрешено применять все доступное вооружение, в том числе будут задействованы и контрснайперские группы. Но самое главное, что ударные беспилотники Байрактар переехали из складов на аэродром и уже выполняют боевые задачи. В общем, БПЛА Байрактар ТБ-2 уже были замечены в небе над Донбассом, а учитывая то, какими эффективными они были не так давно в Сирии и Карабахе, теперь точно поубавится желающих у оккупационных войск предпринимать еще больше агрессивные действия, что наверняка сохранит жизни многих украинских защитников. Да, война, к сожалению, сразу не прекратится. Но эти БПЛА — это точно хороший демотиватор. И, друзья, все вы знаете, что мы никогда не пропагандируем и не рекламируем войну или любые военные действия, потому что война — это зло, и представленная нами информация всегда подается как новостная с целью информирования как наших граждан, так и агрессивных недоброжелателей на НК с целью увещевания.